В администрации муниципалитета состоялся традиционный ежеквартальный форум «Управдом». С представителями советов многоквартирных домов и неравнодушными жителями говорили о вопросах ЖКХ. Подводили итоги выполнения программы капитального ремонта подъездов и многоквартирных домов. Напомним, в 2021 было запланировано проведение ремонта 300 подъездов. 183 из них по софинансированию. Работы выполнены на всех объектах. Программу продолжат и в следующем году. Преобразить планируют 221 подъезд. Говорили о капитальном ремонте. На сегодняшний день работы завершены на 61 доме. Оставшиеся 27 сдадут до конца года. Кровли 94 дома. На 10 домах запланированы и заменены внутренние инженерные системы. Ремонт балконных плит 29 домов. Ремонт и замена лифтового оборудования 7 многоквартирных домов. 26 домов. Ремонт фасадов. В 2022-м проведут капитальный ремонт в 166 многоквартирных домах. В ходе встречи все присутствующие получили ответы на интересующие вопросы.